Дайте клятву, что не воспользуетесь моей наукой для злого дела. В 1981 году на экранах советского телевидения был показан отечественный боевик «Не бойся, я с тобой» режиссера Юрия Гусмана. Какое он имеет отношение к совхозу имени Ленина, спросите вы? Да просто он про вечные пороки, жадность и наглость. Один из подписчиков нашего канала ТВ-совхоз прислал нам видео, распространенное ранее в совхозном чате. На нем снят офис продаж группы компаний «Самолет». Именно ее владельцы много лет пытаются захватить и застроить земли совхоза имени Ленина. В этом офисе идет реклама жилищного комплекса «Пригород Лесное». Но почему-то с инфраструктурой нашего совхоза – школой, парками и детскими садами. Выходит все как в кино, не бойся я с тобой. Не рано ли вы делите наш совхоз, товарищи из самолета? Эй, играй дальше. На что, на свои драные штаны? На золотой зуб. А где твой золотой зуб? Вот мой золотой зуб. Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб. Вот один конец привяжешь к зубу. Я сделаю тебе так, ты испугаешься, дернешь голову, и зуба нет. Это мой зуб. Слыхали, какой глупый? Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний. С вами был ТВ-совхоз. Не забывайте распространять это видео и подписываться на канал. До новых встреч!